пытается Писсер здесь все-таки сохранить нажитое непосильным трудом. По ходу этой гонки сразу два молодых дебютанта. Мавланов и Ваксивьер пытаются ее атаковать, но ей несколько помогает то, что они еще и между собой сражаются. Да, Ваксивьер там не сдается и сидит очень на хвосте у Дзеты. Занимает внутреннюю траекторию она сейчас, но по внешней... Ох, разворачивает ее. Мавланов срезает, проезжает. И Ваксивьер единственный, кто вписался, собственно говоря, там в поворот. Ну что ж, потеряно две позиции в итоге. И прыгнула она через бордюр. Но, по крайней мере, не было столкновения, не было контакта. Посмотрим вот еще на... здесь, на этой камере. Ну да, по внутренней там... Тормозить, конечно, идеально нужно снаружи. Там прикатана траектория, а внутри не было держака. Тем не менее, она пыталась. Но боролась она очень-очень достойно. Вот, наконец, последний круг загорается. У нас табличка. Очень достойно оборонялась и не пускала очень долго. Так что молодец. Вот мы говорили о том, что на более мощную технику она перешла.